И бодрого утра, друзья, дорогие! Очень рада всех видеть, всех, кто с утра уже пришел зарядиться, прокачаться, чтобы потом на энергии успешно провести этот день. И, дорогие друзья, сегодня мы больше уделим внимание дыхательным, голосовым практикам, потому что это тоже очень-очень важно. Ну и давайте, как обычно, мы вспомним, что вдох мы делаем животиком, да, и вдохнем капку утренней свежести. Итак, вдох мы делаем животиком, надувается. И выдох. Животик втягивается. Плечи опущены, плечи не поднимаем. Вдох. Сейчас сделаем вдох. Капку утреннего счастья набрали, набрали, набрали. Держим, держим, держим. Хорошо. И давайте разомнем наши губки, наши щечки. Сегодня будем разогревать наш такой речевой аппарат, потому что многие здесь спикеры, многие здесь бизнес-тренеры, да, кто-то может быть коучи, кто-то может быть психологи, да, к нам разные люди приходят. И поэтому очень важно, чтобы мы могли хорошо проговаривать, чтобы наше горлышко было хорошо разогрето, да, чтобы мы могли, не задыхаясь, говорить, не зажевывая фразы, не зажевывая слова. Да. Ладошки. Хорошо-хорошо растираем ладошки. Да. И наше горлышко. Погладим наше горлышко. Да, вот наше хорошее горлышко, наше здоровое горлышко. Мы благодарим тебя. Ты так много говоришь, ты поешь, ты объясняешь, ты работаешь с людьми, ты приглашаешь на йогу смеха, да. Ты работаешь с детками, да. Ты уделяешь внимание малышам, своим внучатам, своим партнерам. Вот так, горлышко, хорошо-хорошо, разогреваем, разогреваем, да. Растерли и личико. Поехали снизу вверх. Да. Лобик. Хорошо. И поработаем сегодня челюстью. Приготовились? Вправо-влево. И можно, конечно, добавлять смех, но в любом случае мы все делаем на улыбке. Это помним, да? Поехали. Раз, два. Ой, какие все красивые. Когда так делаем, почему-то на «ы», да, хочется смеяться. А давайте так делать и попробуем на «о», например. На «у». Не очень удобно, да? На «и». На «э». На Смотрите, мы челюстью делаем вот так, как мы делали, помните, в танце головой. Да. А теперь и головой, и челюсть добавляем. Хорошо. Вперед-назад. Это, кстати, и фейсбилдинг. И делаю. И жуем верблюд. В одну и в другую сторону. И ротик теперь в трубочку. И поджали губки. Трубочку сжали. И язычком теперь ротик закрыли. И язычком вокруг.
По зубкам. И в другую сторону. И колем щечки. Угу. Теперь вытаскиваем язык, тянемся к носу, потом подбородку. И теперь язычок поворачиваем право-влево. Язычок. И вытягиваем подбородку. Поджал. Совсем другие мышцы задействованы. Хорошо, еще раз простучали наше личико, простучали, проверили. Губки у всех расслаблены. Вдох, животик. Еще раз вдох. Сейчас долго делаем выдох. Если у кого-то зажатость еще, на ямочки нажимаем и делаем еще раз. Хорошо. Теперь добавляем звук. Машинку. Вдох. Еще вдох. Шепотом. Звук. Вдох. Хорошо. И смотрите, звук А есть звукотерапия. И каждый наш орган, каждый наш звук, он связан с нашим органом. И когда мы его произносим на разных вибрациях, на разных нотах высоких, низких, стаккато, легато, отрывисто или плавно, да, переходим из одного звука в другой, да, то мы в этот момент, если звук А, мы прокачиваем наше сердце и желчный пузырь. И давайте сейчас на букву А прокачаем. Ну, давайте начнем просто звук А. Сейчас вдох делаем, улыбочку и... И только когда уже нет воздуха, только тогда мы делаем вдох. Сейчас мы еще сделаем звук А, переходящий в смех. Приготовились? И... Смотрели и сказали: ой, какая ты смешная, и смеемся на букву А.
Чтобы у нас калории лишние. Да, смеемся, работаем над прессом. Теперь смотрите, звук И — это наши глазки и ушки. Давайте разотрем сейчас хорошо-хорошо ладошки. Разотрем улыбочку, улыбочку. И прикладываем глазкам, прикладываем. Да. Понажимаем, понадавим. Смотрим глазками сюда. Теперь на другой пальчик. Вправо, влево. Смотрим, смотрим. Хорошо. Теперь на пальчик и вдаль. Можете в окошко посмотреть на дальнее-дальнее где-то дерево, веточку, облачко. Близко смотрим, прям смотрим пальчик, прям вот все на нем видим извилинки. Далеко. Близко очертания пальчика. Далеко. Пальчик. Далеко. Хорошо. Теперь глазками пошли по кругу. Улыбочки, улыбочки, улыбочки. И добавляем звук И. Другую сторону глаз. Поморгали. Как быстро поморгали. Моргаем, моргаем. На пальчик, голову, глазки продолжают смотреть на пальчик. Еще раз смотрим на пальчик, голову повернуть. Теперь отводим, а глазки оставляют. Смотрим на пальчик, сколько можем. Еще раз смотрим на пальчик, отводим голову, глазками смотрим. Хорошо. В другую сторону повернулись. И отводим, 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 на пальчик смотрим. И еще раз отводим, а глазки на пальчик, сколько можно, смотрят. Добавляем. Хорошо, молодцы. Еще раз наши глазки. Вот так немножечко попридавливали. И звук И — это глазки и ушки, да? Со всеми органами, да? Поэтому их надо очень хорошо постирать. На гармошке поиграли, ушками похлопали, Чебурашка. Когда мы уже опустошены внутри, да, чтобы наши легкие вместо 1 литра, как при обычном смехе, взяли уже 4 литра. Мы развиваем наши легкие. Хорошо. Теперь букву И, переходящую в смех. Приготовились? Вдох. Ха-ха-ха!
Поджелудочная железа, да? И вспоминаем, что любые звуки, смех, любые звуки пропевания мы делаем с улыбкой. Одели очки наши, да, вот как очки, только улыбочка растянулась, да. И когда мы «о» делаем, мы все равно тянем мышцы, прокачиваем их вверх. Это еще и фейсбилдинг. И, может быть, вы обращали внимание, как певцы, вот она вроде «о», а у нее все равно а у нее все равно улыбочка, да? Хорошо, приготовили, кстати, все звуки, они терапевтически еще влияют против простуды, прогревая наше горлышко, наше дыхание. Готовили, значит, о, поджелудочная железа. Сейчас мы просто поем звук о, вдох. Молодцы, молодцы. Смотрите, если кому-то нужно откашляться в процессе, обязательно это делайте. Хорошо. Сейчас мы о пропоем низко, низко о. Насколько кто может. Вдох. Знаете, как пароход, да? Как гудок парохода. И смотрите, когда вы пропеваете, следите, чтобы губки у вас были расслаблены, горлышко внутри как бы округляется, и чтобы голос становился более таким вот объемным. А теперь давайте о пропоем таким высоким голосом, да, и попробуем о, прям таким оперным. Давайте. Вдох. Я вам сказала, уже обратила внимание, да, они у нас при звуках расслаблены. И когда мы сочетание ом мы делаем, ом, да, у нас здесь должно быть вот прям как вибрация, шикотно-шикотно. И у нас начинают открываться вот все клапаны, все регистры. Если у кого-то носик заложен, да, то вот вы почувствуете, что вам легче становится дышать. Давайте еще раз, и вы можете делать высокие, низкие, то есть играйте. Вдох, сами слушайте, как вам хочется. Вдох. Хорошо. И теперь смеемся на букву О. Давайте смотрим на друг друга, смеемся и вначале низким голосом таким. Давайте. И вдох. Улыбочка прокачана. Когда мы О, у нас улыбка сложно идет. Поэтому мы как фейсбилдинг еще делаем, понимаете? Прокачиваем О, а мы все равно улыбку одеваем. И О. Oh
Молодцы. Вот, откашливаемся, давайте. Откашливаемся по пальцам. Пока в окошко нет, да, помним. И... длинно. Такое, что накопилось на физическом уровне и на ментальном. От всего высвобождаемся. И все поднимите ноги. Заодно от холки убираемся. Хорошо. Молодцы. Теперь смотрите, звук О – это почки и мочевой пузырь. Да, мочевой пузырь. У же было же О. Ребята, У, не О, У. У. У, было О. Почки, мочевой пузырь. Давайте вдох и поем букву О. Напоминаем, что нужно... Поехали. Теперь давайте смотрите, что будем делать. У с низкой, пойдем на высокую. Поехали, вдох. Обратно, поехали. И смеемся высоко, низко, вдох. Хорошо, молодцы. И звук Э – это мозг. Это мозг, да. Давайте немножечко наш мозг помассируем, чтобы у нас был гибкий, чтобы у нас легко адаптировался в любых ситуациях, чтобы мы были компромиссными, да. Мы для этого нейрогимнастику делаем, да. И наш мозг – это все, что мы говорим, все, что мы думаем, все, что мы слышим, он все воспринимает. Поэтому только позитив, только... гармончиков счастья, радости посыпали, хорошо его так замесили, все, да. И звук Э поем, вдох. Смотрите. Когда мы выдыхаем, уже голоса нет, мы выдыхаем, продолжаем шепотом, животик втягивается, как у голодного волка, и потом мы, как два парашюта, широко-широко раскрываем наши легкие, да? Ну и давай посмеемся. Вдох. Ха-х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 а-
вся земля. Хорошо. А теперь, друзья, соединяем на одном выдохе все наши звуки. Только мы. Кто молодцы? Кто сверхлидеры? Поем. Мы. Друзья, посмотрите, как мы прогрели наше горлышко, как оно стало круглое, да? Отлично. Ну и теперь у нас скоро уже выключится. Давайте посмеемся, а потом обязательно попейте нашу заряженную водичку, хорошо? Посмеемся на разные звуки. Теперь кому как хочется. Высоко, низко, стаккато, легато. Импровизируйте, играйте. И танцуем, включаем тело в дело. Поехали! И я! Ha 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 ha.